Звуки живой музыки наполнили ресторан «Прайм». Джаз-бенд «Дяди Вовы» превратил обычный вечер в удивительное музыкальное приключение. Узнаваемые мелодии в авторской аранжировке, уютная атмосфера «Прайма», изысканные блюда и напитки и компания хороших людей. И вот вы уже не в Сарове, а в Нью-Йорке 50-х. Мы играем и поем в основном классический джаз. Вот. И мы с удовольствием исполняем их, как у нас и инструментальные пьесы, и вокальные. Джаз-бенд регулярно выступает на крупнейших площадках Сарова, и у музыкантов есть свой слушатель. Джаз для людей с притязательным вкусом, который воспитывается с самого детства. В этом уверен Матвей Игнатов. Мальчик учится лишь в 9 классе, но уже смело выходит к микрофону под аккомпанемент маститых музыкантов. Джаз – это вершина исполнительского искусства. И хотя свою профессиональную деятельность связывать с музыкой Матвей не планирует, с джазом он расставаться не собирается. Петь для себя и для людей, которые знают толк в музыке – это особое удовольствие. Джаз поют только те, кто кайфует от того, что они исполняют. Кроме Матвея Игнатова, в этот вечер выступили и другие воспитанники вокальной студии «Зебра». Несмотря на молодость, все они лауреаты всероссийских и международных конкурсов исполнительского мастерства. Каждый выход вокалистов гости ресторана встречали овациями. А организаторы концерта уверены, такие музыкальные вечера в «Прайме» должны стать доброй традицией. Лидия Шулаева, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей «Саров-24».